Так, здравствуйте. Вот получается межа, как будем отрезать по вот этим столбам. Вот участок будет в эту сторону. Здесь старый дом. Вот граница у нас получается. Вот там, вот она идет. И наверх. Здесь у нас получается участок под уклоном. Вот здесь вход забаррикадированный. Вот дорога. Это получается улица Кондратьева. Вот, а там у нас внизу, там, получается улица Зеленая. Вот, но на нее выхода нет. Будет именно сюда, получается, по улице Кондратьева выход. Здесь такая вот бровка. Вот, если ее залить, то можно сделать такой заездик аккуратненький. Ну, если дом в той стороне ставить. Вот здесь дом старый, его как сарай можно использовать, но он в итоге все равно пойдет под снос. Вот, получается, межа идет. И вот до тех столбиков, вот до этого, и пошла туда. Здесь получается ширина участка 15 метров, а длина участка получается где-то 35-38 там с копейками. Вот давайте посмотрим вторую сторону. Вот по вот этим трубам мы доходим. Вот первый участок 3 сотки, он получается заканчивается вот здесь. Вот, и пошел он туда вверх. Вот. Дальше мы... Сейчас пройду повыше. Вот, получается, вот здесь граница. Это 3 сотки. И вот до того участка, вот до сюда. И еще 2 сотки. То есть, получается, один участок отрезаем 3 сотки. И от его соседа отрезаем 2 сотки. Получается, 5 соток под застройку подходит нормально. Здесь ширина тоже около 15 метров. И там заезд вот здесь вот. Получается, до дороги ширина больше. Если вот там мы смотрели вот так, получается, то здесь будет вот так. Чтобы понимали, что там можно подзалить бетоном дорогу, сделать и нормальную, и нормальный заезд к своему дому. Вот, а так, да, чтобы вы видели, вот он уклон. Вот такой вот он, получается, вот. И в местах сильный, в местах не сильный. Но очень интересно. Это улица Кондратьева. Это получается прямо вблизи первой школы. Это очень интересное место. Вот единственное, что да, под уклоном. Но на сегодняшний день в горячем ключе научились строить дома и под наклоном. Просто чуть больше выходит цемента в фундамент. Фундамент делается с одной стороны вот так вот. С другой стороны вот так вот. Все, и дом ровненько ставится, и все отлично. Вот, так что есть над чем подумать. Очень интересное место. Ну, конечно, да. Дом здесь придется строить поинтереснее как-то. Вон, видите, там машины ездят. Вот здесь, видите, блоки есть. Их, конечно, тоже либо в землю упаковать можно, либо можно по краю дороги разместить. Ну, в общем, то есть ими можно будет спокойно пользоваться. Деревья, конечно, это все убирается. Ну, сами понимаете. Ну, и старый домик сносится. Поначалу как сарай. Можно даже там что-нибудь складировать. Ну, а потом убрали и строим нормальный, хороший, большой дом для качественного проживания на природе. Смотрите, вот там, там вот дорога внизу проходит, а тут, смотрите, горы, деревья. Красота просто. Виды обалденные. Просто шедевральные. Ну, а с вами был Леха. Там все контакты внизу. Так что подписывайтесь, смотрите. Если что, алло, звоните.